Всем привет, с вами Роман Оскольников, мы играем в Mass Effect, и сегодня мы пройдем побочный квест «Помощь журналистке» еще одним необычным способом. В общем-то, я прошел оригинальный, ну то есть сюжетный квест, где нам необходимо было зайти в кабинет Фиста и как бы допросить его. Оптический носитель я не взял. Собственно, уже это после сцены в кабинете у посла с капитаном Андерсоном. В общем-то, я пришел на место, где должна была стоять журналистка. Ее здесь нет. Для того, чтобы получить данный квест, нам необходимо отправиться в логово Коры. Вот сейчас мы, собственно, и отправляемся в логово Коры. В кабинет... кабинет Фиста. Нам нужно будет подобрать оптический носитель. Так, собственно, здесь недалеко, поэтому мы очень быстро доберемся до этого места. Тут уже все убрали после перестрелки. Кабинет Фиста после перестрелки в клубе уже доступен. Здесь нет никаких охранников, потому что охранника мы убили. Мы можем также зайти в кабинет без всяких проблем. Собственно, смотрите, поднимаем вот этот данный оптический носитель. Так, подождите. И у нас уже появляется... побочный квест «Цитадель. Просьба журналистки». Так, отправляемся опять в то же самое же место, где мы, ну, где мы начали данный квест, данное видео, точнее. И она уже должна стоять там. Мы можем этот квест выполнить необычным способом. Так, сейчас мы через рынки поднимемся к ней, потому что у меня маркер еще не открыт, клиники, и маркер рынков тоже у меня не открыт. Это... неужели... не думаю, что это было куплено... Да-да, неужели это я? И вот уже журналистка, как ее зовут, того уж забыл, Анжела. Капитан Шепард? Эмили Вонг. Извините, капитан Шепард. Вот она появилась, давайте с ней поговорим. Меня зовут Эмили Вонг, я журналист. Расследую случаи взяточничества на Цитадели. Совсем недавно вы разобрались с человеком по имени Фист. Я знаю, что он был членом какой-то преступной группировки. Вы нашли что-нибудь в его офисе? Что-нибудь, чем могли бы поделиться со мной? И мы говорим нет. Ничего такого, что я мог бы передать прессе. Все найденное предназначено для официального расследования. Жаль, что вы так считаете, капитан. Я надеялась, что вы понимаете выгоду от работы с прессой. Больше я вас не побеспокою. И квест выполнен. Вы отказались предоставлять Эмили Вонг нужную ей информацию. То есть можно отказаться и не отдавать оптический диск. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.